Марго, Марго, ну че это вы в такую рань? Да вот решила прибраться тут напоследок. Напоследок? Вы что, нас покидаете? Правда, что ли? Лена, дети! Подъем, тут такое! Не я вас, а вы нас. Мы? С чего это вдруг? Ой, что я тебе сейчас расскажу? Ой! Марго, вы здесь? У вас все в порядке, а? А почему со мной должно быть что-то не в порядке? А, так это был сон. Жаль. Такой сон был, такой сон. Чего звал-то? Да так, сынок. Ошибся, думал, радость у нас. А радость у нас. Сегодня вечером мы с Федором Петровичем идем в ресторан. Ужин при свечах, джаз, все такое. Из-за этого ты меня разбудила. И поверьте мне, ресторан – это только первый шаг. А потом… Так что вы посмотрите Киев, а то вам скоро домой ничего не успеете. По какому праву вы нас выгоняете? Я вас… Да вы сами уедете. Но не будете же вы мешать молодоженам в их медовый месяц. Тут, по-моему, все. Пойду присмотрю себе какое-нибудь платье на вечер. Женя, если что, ты себя не сдерживай. Помни, я адвокат. Я тебе всегда помогу. Не понял. Ты что, предлагаешь нам ее? Того? Стоп, стоп, почему это нам? Я пас, мне учебник дали на день. Если его не прочитаю, меня из института выгонят. Солнышко! Если мы упустим деда, ты будешь учиться в Житомирском аграрном техникуме. Лена, я не могу ее того. Папа, я могу. Сиди. Ну, зачем того? Ну, можно немножечко обезобразить, и дед сразу придет в себя. А я не умею обезображивать. О, соседка. Ты думаешь, она сможет? Такая спокойная, интеллигентная женщина. Вряд ли. Сім'я із провінційного містечка отримала раптово телеграму. Мені сказано, що дід їх занедужав, що ніби він стопкий і хворий дуже. Лишає йому спадщину квартиру у Києві в престижному районі. Тож тато, мама, Юлька і Віталій до Києва. Представляете, Юле сегодня столько учить, задали прям, не знаю, как она справится. Отставить панику. Это ваша дочка не справляется, а моя внучка справится. Юля, иди сюда, деда поможет. Ой, папа, вы поможете Юле. У вас так хорошо получается, Юля все на лету схватывает. Конечно, если зайца долго бить. И, между прочим, метод работает. Мы, конечно, тогда на полигоне не ожидали, что заяц заговорит, но... Юля! Долго тебя ждать? Ну что вы кричите-то все с утра? Я же сказала, мне заниматься надо! Вот она, молодежь, а! Вот она, благодарность-то! Не, а в наше время старость уважали. Ну что вы, мы вас так уважаем! Да. А давайте сегодня семейный ужин устроим, а? Посидим все вместе. А? Отличная идея. Посидите. А я сегодня в ресторан иду. А может соврать, что у меня корь?
нас закроют на карантин, и дед никуда не пойдет. Дети, мне нужна ваша помощь. Виталик, иди к деду и узнай, когда они идут и куда они идут. А с чего это дед ему расскажет? Мне нужен конкретный адрес. Мне кажется, они остановились на отправлении. Паркичир, распускаются розы. Деда, послушай. А что? Стучать разве теперь не нужно? Выйди и зайди, как я тебя учил. Паркичир, расцветает миндаль. Сняться тебе. Вы не подскажете, как пройти воинскую часть? Нет, вы ошиблись. Я скрипач. Заходи. А ты пароль никому не разболтал? Может быть, сменим, пока не поздно? А? Деда, ты его и так каждое утро меняешь. Но. Ну, вчера был оружейный склад. Так. Позавчера полевая кухня. Так. А у меня, кстати, голова пухнет. Ага. Это хорошо. Когда голова пухнет, значит, она есть. Что у тебя, говори, я парикмахерскую опаздываю. Нам в школе задали написать рассказ о великих людях. Наконец-то! Дождался все-таки. Ну, спрашивай. Какие девушки тебе нравятся? Да. Любимый ресторан? Да. Когда ты туда снова пойдешь? Да. Погоди. Это о чем рассказ? Ну как о чем? О великих людях. Ну, вот куда они ходят? Что им нравится, что они носят. Это закрытая информация. Помоги лучше мне галстук подобрать. А у нас с тобой одинаковый вкус. Вы не подскажете, как пройти воинскую часть? Что случилось, Женечка? Надежда Максимовна, у вас сегодня случайно нет никакого прослушивания? Сегодня нет, но завтра придет потрясающая девочка, отличный джаз. Правда, верха немного не держит. А в смысле верха? Нет, верха в смысле верхние ноты, знаете? Сейчас. Понятно, я понял. Я так и подумал. Папа, ну куда это мы? Пойдем, голову приведу в порядок. А я уж думала, что вы галстук в музей понесете. Не, ну что, папа. Сегодня у Надежды Максимовны чудесная джазовая певица. Сегодня? Сегодня нет. Да. 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 Ты же любишь джаз, папа. Давай зайдем. Джаз? Где? У Надежды Максимовны. Чего я там не видал? А джаз не смотрят, его слушают. Судафу. Значит так, пока он в парикмахерской, нужно сделать все для того,
чтобы никакого похода в ресторан не было. Взорвать хочешь? Учти, Юлька разболтает. Я собрала на всякий случай все его костюмы. Надо их замочить. Юля, поможешь мне? Ну что у вас за разговоры? Взорвать, замочить. Кто вытащил все костюмы из отсека номер 3? Кто? Я. А у вас дверь была открыта, и я постирать собиралась. Умница ты моя. А то выбросить их жалко, и висят они нестиранные. А что за отсек номер 3? Ну, здрасте. Приехали. В шкафу. Отсек номер 1. Костюмы для прогулок. Отсек номер 2. Костюмы для торжественных мероприятий. Отсек номер 3. Он же склад, он же архив, он же... Он же не выбрасывает ничего. Все туда складывает. Ну, дочка, благодарю. Проси, что хочешь. В пределах разумного. И моей пенсии, конечно. Мне бы... Я бы... Ладно. Принесу тебе из ресторана... ложку. Лена! Что можно там так долго делать? Я ваши костюмы стираю. Так уже 2 часа, 2 часа. Они от старости в воде расползаются. Чего? Чего шумишь, отец? В ванну не могу попасть. Папа, ты уже в ванную попасть не можешь. Это серьезно. Тебе нужно не о свидании думать. Отставить юмор. Отставить. Я в собственном доме. Я не могу побриться. Так а чего ж ты не побрился в собственной парикмахерской? Там все бритвы сломались? У меня потому что своя бритва. Трофейная. Осторожно. Осторожно. Очень острая. Очень. Таких уже теперь не делают. Я помню, в тайгу нас забросили, а из оружия одна только бритва. Угу. Так после этого медведей в Красную книгу занесли. А у меня старая есть электрическая. Пойду поищу. Электрическая? Это для неженок электрическая. А... Лена! Ну скоро ты там? Дай мне побриться. Скоро, деда, скоро! Придется идти на крайние меры. Ты о чем? Я, конечно, понимаю, что ты адвокат, но это все-таки мой отец. Мы скажем, что у тебя день рождения. У меня не скоро день рождения. Ты что забыл? У тебя сегодня день рождения. Семейный праздник. Дома. С папой. Никаких ресторанов. Вы все поняли? И что, подарки тоже нужны? Ну, а где ты видел день рождения без подарков? Я видел. На мой прошлый день рождения мы тебе шубу купили, помнишь? Нет, это нечестно. Могли бы хоть денег дать на подарки. Размечтался. День рождения-то липовый. Ладно. Как думаешь, так пойдет? Пойдет. По-моему, твой подарок лучше, чем моя открытка. Может, ты в художники пойдешь? Эх, Юлька, Юлька. Если у папы так часто будут дни рождения, то придется и в художники. Я не думаю, что получится. Я не знаю, что мне делать. Ничего не надо делать. Просто сиди и принимай поздравления. А чем это так вкусно пахнет, а? А что это вы так разоделись? Вы тоже в ресторан собрались, а? С чего вы взяли? Просто уже не день рождения. Вот и я готовлю что-нибудь вкусненькое.
вкусненькая, ты. Да? Ведь у Жени сегодня день рождения. Да, день рождения у меня, сегодня день рождения. Так вышло, что у человека день рождения прямо сейчас у меня. А что тут удивительного? У каждого человека есть день рождения. Странно. Вы ничего не говорили. Юля, ты почему не оделась? Как это не оделась? Я же сказала всем нарядно одеться. Ты что, забыла, у папы день рождения? Ах, да! С днем рождения, папа! Пойду к себе, переоденусь. А почему вы утром ничего не сказали? Как? Ты не сказал папе, что у тебя день рождения? Он в этот день всегда такой рассеянный. Куда это ты собрался? Ну как, мама в магазин послала. Бобу день рождения, а в холодильнике пусто. Ну как-то странно все это. Странно. Леночка, а ты не знаешь, где мои остальные костюмы? Остальные? О, я их постирала. Как? Все сразу? Зачем? Они же чистые были. Да. А я подумала, что уже не день рождения, и вы захотите надеть чистый костюм. А они бы все равно до вечера не высохли. А в чем я в ресторан пойду? Вы что, все еще в ресторан собираетесь? Женя так расстроится. Он так надеялся, что мы всей семьей сядем. Он так ждал этого дня рождения. Он так ждал ноября. Ноября? До ноября еще несколько месяцев. Несколько месяцев, да? Да, несколько месяцев, точно. А вы что, не знаете, что у Жени два любимых праздника? День науки в ноябре и день рождения сегодня. Так вы придете? Не знаю, а как вот, ну, этот, да костюмы-то. А мне теперь и на день рождения надеть нечего. Ну что вы, папа? Это же семейный праздник. Ага. Будьте в чем хотите. Ну ладно, что-нибудь придумай. Да, если вы рассчитываете подарок выманить, обломитесь сразу. Если вы будете с нами, это будет самый лучший подарок. А вот и дедушка. А вы так выглядите. А где вы взяли костюм? Отсек номер 0. Ну, вот все и собрались. Юля, положи всем салат. Деда, давай тарелку. Не надо, не надо. Я немного с вами посижу, поздравлю. Мне еще надо в ресторан успеть. Женя, открой шампанское. Женя, ты что творишь? Прости, папа, я не хотел. Он такой всегда, такой рассеянный на день рождения. Всегда. Он, наверное, перепутал вас с бокалом. Ладно, пойду переоденусь. Надеюсь, у него нет еще одного отсека, номер какой-нибудь. Да уж. А то мне совсем не хочется называть эту Марго мама. Я не сильно опоздала. Где именинник? Не опоздали, Надежда Максимовна. Присаживайтесь. А где Федор Петрович?
Вы его не позвали? А вы что, поссорились? С ним все в порядке? Неприкосновенный запас. Какая встреча? Чем обязаны? А меня Леночка любезно пригласила на день рождения к Евгению. Ой, правда, так неожиданно. Вы это тоже заметили? Предлагаю первый тост. Давайте выпьем за тех, без кого невозможна была бы наша жизнь. За соседей, таких же прекрасных, как Надежда Максимовна. Нет, 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 что вы! Давайте выпьем за именинника, вы что? Обязательно за именинника. Вы знаете, я не знала, что подарить. Электробритва, я всегда хотел такой. У меня тоже есть подарок. Что это, деньги? Так, на карманные расходы. Действительно, на карманные. Марго, извините, но вы не совсем... Не совсем вовремя, то есть совсем не вовремя. Федор Петрович, а мы что, никуда не идем? Марго, понимаешь, какое дело? Тут у Жени день рождения. А, я думала, мы сегодня... А как же ужин, свечи, джаз? Ян, минуточку. Марго... Ты давай проходи, садись. Марго, мы приносим извинения за причиненные неудобства, это вам. Мне? Ой, а что это? Ну как же, это ужин, свечи, джаз. Ура! 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 С днём рождения! Сильно болит? Раскалывается. Вот я не пойму, вот зачем ты вчера с дедом бороться начала? Он первый начал. Там уже весело. День рождения. Но, боец, как дела? Нормально. Отлично. Побоксируем вечером? Ни в коем случае. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Не спорь со старшими.